Мы идем. Я иду на работу. Ира сидит дома. Да. Ну, посмотрим. На работе. Сонный. Такое я кушаю. Пришел домой кушать, уже поздно. Да, Максим пришел кушать. Я буду его кормить. Хорошо. Значит, Ирочка покормила меня. Вот пустая тарелочка. Все, мы поехали с Ирой. Я на работу, Ира куда-то был ее. Еду на работу. Так, мы с Антоном играем в теннис. Поиграл с Антоном. Что такое? Поиграл с Антоном в теннис. Да, сейчас пришел, еще часик посижу, поработаю тут. И все, я пойду домой. Вот. Еще півгодини хочу попрацювати. Там треба фідбек написати на Джека і почитати один лист і подивитися, що там крешиться одна штука. Або півгодини це займе. Потім поїду до Іри в Белв'ю. От. Все. Все, наконец-то я закончив. Уже, значить, 7:40 вечора. Зараз позвоню Давиду. Подивлюсь, він відповість. І поїду забирати його з центру Белв'ю. Зараз стою на червоному світлофорі, їду забирати Іру з Белв'ю центру. От такий от дождик іде, але у Іри є зонтик. А я забув на роботі курточку. Забув курточку на роботі, так. Да. І тепер, ну, буде холодно, може, може не буде, не знаю. Але постараємося на вулиці довго не ходити. Так, я зустрів Ірочку. Кстати, садится батарея на телефоне, ой, надо ценится. Ее ценить, чтобы... Блин, все, дождь идет, мы побежали кушать. Привет. Кто это звонит? Все, мы с Юрой застрелись. Значит, Юра, кажи. Было ем, а Коли не мая. Мы приехали домой. Мы приехали. Только что с Давидом виделись. А перед этим мы с Юрой... Ну, там мы снимали, там даже. Да, ну все, мы, короче, устали, накушали сильно. Будем спать.